Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! А мы сегодня вместе с вами пойдем на рейд! Может, там будут фильтры, которые мне так очень сильно нужны для того, чтобы уже доделать нашу кислотную ванну. Но для начала у нас есть торговец, который что-то хочет нам предложить. И что же мы у него возьмем? Ну, наверное, шанс найти детали для транспорта. Ну, я не знаю, зачем эти детали для транспорта, но урон в рукопашном бою. Ну, наверное, все-таки... Боже, дружище, подожди. Да я не туда хотел стрелять, извини, торговец. Я хотел зомби убить. Ну что ж, дорогие друзья, хочу сказать, я очень рад вернуться в игру «Последний день на земле», потому что 3 дня не было интернета. А вы знаете, что без интернета... Вот я сел за компьютер, это просто груда железа. Да, можно проходить какие-то игры, но сейчас почти все игры завязаны на онлайне. Итак, мы, как вы помните, завершили все задания этих рейдеров. Сейчас мы вместе с вами пойдем на рейд. Также хочу вам показать, что получилось из песика, который появился у меня еще 3 дня назад возле этого внедорожника разрушенного, да, поломанного. Короче, тут у нас был щенок. Вот он, щенок, и с него вышел... Подожди, с него кто-то вышел. С него Марта. Его звали Марта, я назвал. Он первого ранга, и у него... Уменьшает потребление в еде для вольера. Ну, короче, потребление то хорошо, только они у меня голодные. Пока нету щенков, потому, мне кажется, нет смысла кормить. Можно просто собирать мясо. А вы можете написать в комментариях, что тут вообще изменилось в игре за 3 дня. Или ничего не изменилось, обязательно пишите. А мы с вами сейчас все тут докрафтим и пойдем на рейд. Также хотел вам показать... Ресурсы, с которыми я готовлюсь. Вот эти все ресурсы нужны, чтобы пойти на рейд. У меня, конечно же, есть 2 C4, но я их не беру, потому что у меня, мне кажется, есть такое предположение, что если брать сишки, то обязательно будет стена, скажем, каменная. Если бы сишки не брать, значит, стены не будет. Ну, по идее, так. Я не знаю, есть хотя бы один человек, который пришел на рейд с топорами, уперся в каменную стену и ушел без ничего. Если есть такие люди из моих подписчиков, обязательно пишите в комментариях. Я буду рад почитать. Люди, которые ходят на рейд, они уже топовые игроки. Не обязательно, я не знаю, иметь чоппер, чтобы быть топовым. Нет, ты идешь на рейд, все, ты уже крутой, потому что скрафтил 12 топоров, и ты уже крутой перец, я вам хочу сказать. Ну да ладно, идем, все, идем на рейд. Надеюсь, что у нас все получится, у нас все будет нормально. Ну, короче, какой-то парнишка. В принципе, не цифры, это уже хорошо. Побежали, поехали. Будем надеяться, что здесь будет лут какой-то такой крутой. Вот что мне нужно? Если честно, мне нужны фильтры, мне нужны... сейчас скажу. Микросхемы, а также мне нужны какие-то пластины, наверное, металлические, алюминиевые, чтобы, может, стены крафтить. Или полы, или что-то, короче, крафтить. Вот что мне надо. Так что, если честно, я бы и мясо забрал. Чтобы мясо не ходить, не фармить, я бы, конечно, его взял. Давайте для начала изучим строение. Ой, елки-палки. Ядрить, колотить, какая база огромная. Что у тебя, дружище, тут, а? Полный бак бензака. Полный бак, ребята. Полный бачище. Бенза, у меня что? Блин, и у меня полный бак бенза. Можно было бензо сточить. Ладно. Ну что, начнем рейд. Слушайте, это не моя случайно база, а? Так, рубим. Рубим. Я пальцы скрестил. На ногах и на руках. И... О, это буферка была? Вот ты какой. Ага, бьем. Давай. Ядрить. И куда же мне идти теперь-то? Так, ящики я-то увидел. Бомжатские, это специально. Кислотная ванна? Нифига себе, что в кислотной ванне? Давай пробежимся по периметру, посмотрим. Ну, чувак, нехило-то застроился. Может, это донатер? Ого! Каменную стену какую он тут возвел. Нифига себе! Он ее практически закончил, вы посмотрите. Что это такое? Ага. Ну, реально огромная база. Ну, камня он вбахал, конечно, очень много. У меня вопрос, а зачем он на внешнюю стену камень портил, если надо было камень на внутреннюю? Вот это чувак прогнал, конечно. Ну, база огромнейшая. Сколько камня вбабаха, чувак, сколько ты тут фармил? Я лично перестал фармить камень. У меня просто нервы не выдерживают фармить эти дубы,
потом перерабатывать. Там одна стена получается раз в 200 лет, блин. Ну да. Давай посмотрим, что у нас тут. Раз, два, три. Все-таки кислотная ванна. Может что-то и получится. Так, отсюда будут идти зомбарики. Давай мы их уже будем валить. Давай, давай, бьем, 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 бьем. Бах, давай, давай, давай. С глушителя потом уже возьмем наш, у нас есть эмочка, по-моему. Я вроде бы эмочку брал. Но, зомбарики, вы кто такие? Вы чё сюда пришли? Воу, какая рукопашная, дружище, ты чё? Не-не-не, не надо бить. Ты плохой зомби. Так, что здесь будет? Ну, мне кажется, здесь не может быть хорошего лута. Хотя, с другой стороны, это ж кислотная ванна. Чувак, ну фигню ты, ну фонарики я заберу. Будем надеяться, что когда-нибудь они пригодятся. Ну, лут уже говно. Уже лут говняшка. Говняшка лутецкий. Так, в какую сторону мне идти? Я даже не знаю. Вот я просто не знаю. Давай сюда пойдем. Сломал топор. Блин! Вот вы знаете, такие базы очень сложно рейдить. Мне кажется, что нужно что-то менять в плане рейдов. То есть нужно, если база большая, значит, чтобы не так сильно, скажем, громко шумели топоры. Ну вот реально, как? Как можно так вот пробивать все? Ну я просто не... Давай с этой стороны пойдем. Может, походу у него сверху вход. Но снизу реально поставил самую фуфло. То есть я не буду второй сундук брать. Да, блин, это мне надо бегать, да? Фух, не прошло и года, как я прибежал сюда. Будем радить с этой стороны. Мне кажется, тут весь лут. Блин, буферка! Вот как можно эту базу залутать? Я вообще не представляю, как можно лутать такие базы. Они просто громаднейшие. С какой, блин, стороны у него вход-то? С этой, может? А? Топор минус топор. Так, ну что? Мне кажется, уже на рейды ходить вообще невыгодно. Рейды это все. Это в прошлом. Так, ну давай тут где-то зарейдим. Я не знаю, я честно, я просто не вдупляю, в какую сторону мне надо рубить стены. Еще буферка! Воу-воу! Ё-моё! Наверное, с этой стороны. Давай мы сейчас выпьем водички. Теперь в туалет хочет. Надо обязательно в туалет сходить, потому что он может же потом как будто громила. Ну что, выгулял своего персонажа как собачку. Сейчас через дверь пытаюсь зайти, смотрите. Нет, нет, реально, рейды уходят в прошлое. Рейды это уже все. Это уже бессмысленно. То есть поначалу, когда еще базы были там... Да ты что? Я даже не думаю, чтобы лут забрать какой-то. Я думаю, чтобы вообще увидеть ящики хотя бы. То есть, где ящики? Вот это база. Вот про что я говорил. Не надо вам никакие каменные стены. Вам нифига не нужно, ребята. Камень, металл, это все в прошлом. Вы просто делаете вот так вот. Хотя бы сколько-то стен, несколько рядов. Все, ты уже не проникнешь. Ну, то есть, базу с какой стороны-то идти? Ну, давай мы еще раз сломаем. А тут уже, вон, смотрите, уже сейчас этот бежит. О, дошел до ящиков. Ну что же эти ящики-то? Тут болтать, давай будем разрушать. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Да не надо было! Все, появился громила? Появился? Я не знаю, зачем это. Уже бежит? Да, бежит, бежит он. Так, пошел на ту сторону. Ладно, ящики мы сможем открыть. Ящики мы сможем, пока он будет бегать, походу. Но у меня еще есть эти. Вот чисто стена выручает. Ну а как без этого? Это не знаю, это баг или что там. Как мы его вызываем по-другому. А, он... А, так нечестно, чувак. Так нечестно. Ой-ой-ой, отпустите меня. Отпустите. Выпустите меня отсюда. Уйдите отсюда, гады! Ой, блин, блинский! Ага, ага. Все, мне не видать ящиков тут ядрить, колотить. А я не знаю, тут вообще есть проход? А тут, по-моему, тупик! Тут тупик же, я не смогу выбежать. Да, уйдите! Ай-яй-яй-яй-яй!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай отсюда, отсюда, отсюда бежим, 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 бежим. Уйди! Блин, меня зажали, меня зажали. Я не знаю, где этот громила, как мне туда зайти, что у меня тут? Бронька еще есть. Не, можно сюда пролезть. А, он сзади бежит! Куда он убежал? Куда громила убежал? Вы видели только что куда-то на зеленую территорию вышел? Сейчас побежим, бахнем. Еще ящика. Ну, может, у меня вообще ничего нету? Вообще нифига. Просто нифига. А представьте, сюда пришел бы Сишкой, раздолбал бы эту каменную стену. Да? И все равно ничего бы не получил. Вот тут бы я Сишкой взорвал бы. Так. Ну! Да. Колеса. Я не... Ну хоть колеса брать. Что-то что брать надо, ребята. Иди отсюда. Где громила? Где твой дружбан? Воу-воу-воу-воу. Кстати, белая краска. У меня этой краски уже хоть жопой жуй. Вы видели, сколько у меня дома краски? Не видели? Ребята, так я вам скажу много. Кстати, где громила? Ого, колеса у чувака! Чувак, ты что, читер? Ого, ну реально, кому колеса нужны? Я сколько колес в жизни... Кстати, громила, походу, убежал. Я не знаю, что с громилой. Может, так и было задумано, чтобы он убежал? Колеса, колеса. Сколько колес? Мне кажется, если бы у чувака не было чопера, он бы просто здесь, я не знаю. Он бы был бы так сильно рад. Ай, ну... Круто, конечно, все, но краска... У меня... Это все есть. Ну реально. Лут как бы неплохой. Если честно, я боюсь даже уходить отсюда. Я боюсь уходить по простой причине, ребята. Я боюсь, что я выйду сейчас отсюда, и громила появится. Вы поняли, в чем прикол? А у меня на почте есть топорики? Вот тут где-то лут весь, да? Ты тут лут спрятал? Где твои пластины? Вот он! Вот он, гребаный эпический лут. Вот он, супер сундуки. Ты сюда заглядывай, что тут? Да, да, вот они эпические. Короче, я не, честно не знаю, где громила. Может, это так задумано специально. Давай мы на почту полезем. Чувствую, сейчас пока по почте буду лазить, и громила придет. Так, 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 так. Топорики, слава богу, вы у меня есть. Как я вам очень сильно рад. Бронька меня не волнует. Мне нужен металл. Дружище, мне нужен металл. Тоже не волнует. Чувака вообще, это реально топовый чел какой-то. Вы посмотрите, какие у него ресурсы. Крутые. Подожди, у него-то ресурсы крутые. Вопрос в том, где у него... Три ящика брони. Три, Карл, три ящика. Где у него металл хранится? Где у него хранятся слитки? Так. Я не знаю, как поступать. Я просто не знаю, как поступать. Во-первых, я хочу сделать вот так вот. Угу. Колеса нафиг мне не нужны. Я хочу обувь взять. У меня дома, по-моему, не хватает шлема вот этих тактических. Ну, чувак очень крутой. Реально очень. Таких крутых чуваков я еще не встречал. И у него топовое все тут, вы посмотрите. Я ему, конечно, оставлю. Ну, поношенное оставлю, конечно. Краска. Нафиг я эту краску беру? Лучше реально броньку взять. Шлема давай наберем. Вот так бутылку. Шлема. Я боюсь просто... Ребята, я боюсь отсюда выходить. Честно вам говорю. Вот эта фигня вообще ни о чем. Вот она только слот занимает. Вот... Хотя, с другой стороны... Так что я буду модифицировать? Не смешите мои... Так, кого я там буду модифицировать? Кого там? Давай, дружище, руби. Где у тебя тут металл? Мне нужен металл, дружище. Нужен металл. Фонарик. Вот, шлема. Вот тут еще какой-то крутой. Чтоб не сказали в комментариях. А, воблер, ты там что-то не зарейдил? Пулемет. Ой-ой-ой. Реально. Я такого чувака я еще не видел.
Это реально круть. Кстати, вот эти сапоги, они очень скоростные, в них очень хорошо бегать. Итак, ребята, я принял интересное решение. Я только что задонатил и купил 200 дерева. Реально, это, мне кажется, мой самый глупый донат здесь, в игре. Чтобы я платил за 200 дерева больше $2. Ну да ладно. То есть, рейд должен быть нормальный. Значит, мы сейчас скрафтим. Скрафтим, ребятки, смотрите. Перезагрузил игру. У меня донат мой появился. Дерево есть. Сейчас мы пойдем. Громила куда-то убежал, и будем просто разносить базу. Блин, сколько мы можем натворить здесь интересных вещей. Только для начала мне нужно это все выложить. Еда у меня на почте есть, все есть. Просто мы сейчас вместе с вами будем здесь хозяйничать. В прямом смысле этого слова. Будем здесь получать максимум выгоды. Максимум выгоды. Моя задача здесь найти фильтры и пластины, дружок. Дружок, ты где? Дружище! Дружище, ты куда спрятал весь топовый лут? А ну сейчас мы наделаем топориков. Топорики, огонь. Огонь, артиллерия. Огонь, батальон. Так, рубим сюда. Ты куда спрятал тут пластины металлические? Во-во-во, вот ты куда спрятал. А что? Требуется топор. Блин. А что, можно разрушать только топовыми топорами ящики? А почему обычными нельзя? А что, это тоже нельзя? Ё-моё, чувак, какой ты плохой. Все, я все равно тебе базу... Что, требуется топор? А, подожди, стоп. У меня топор сломался. Ух. Без паники, воблер, без паники. Сам себя успокаиваю. Так, а, просто нужен топор. Что у тебя? Фу, какой ты плохой. Фу ты какой. А топоры вообще жестко ломаются. Смотрите, надеюсь, у меня там камней достаточно. Ого. Ого. Ну это круто. Это, конечно, круто, чувак. Это очень круто. Так, 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 давай, давай, сейчас мы получим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой ты плохой. Какой ты плохой игрок, ты мне нравишься. Вот честно, мне нужно оружие, мне нужны пластины, броня, я и в тряпках побегаю. Фиг на эту броню. Мне нужно все самое топовое. Где твое? Блин, чувак, ну что ж ты такое прячешь-то? В топовых ящиках. Я все равно всю базу разнесу, отвечаю. Все я разнесу тебе за то, что ты настроил так много всего. Я тебе базу разрушу. Я плохой воблер. Зачем ты хранишь этот хлам, чувак? Зачем ты хранишь это здесь? Это что, выгодно хранить? Сколько ящиков? Ты че? Так жить нельзя, жить так нельзя. Дружище, так жить нельзя. Где камни? Пожалуйста, камни! Нет, 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 нет. Блин, только не говорите, что мне надо сейчас 200 камней покупать. Блин, ну вы что, издеваетесь? Лучше бы я собак набрал, по два, уже две собаки купил. Ладно, идем донатить. Где у нас гребаная стройка? Давай 200 камней возьмем. Ой. Вот оно чудо доната. Берем еще камни. Короче, я буду хранить... Чисто для топорика, вы поняли? Вот эти камешки, все чисто я буду на рейдах их использовать. То есть я их не буду тратить там в повседневной жизни в игре. Будем только на топорике. Ну давай, отдай мне топоры все. Где? У него топоров вообще нету, что ли? Чувак, ты реально бомж? Где твои топоры-то? Я уже сколько на тебя всего потратил. Вот ты черт. Так, а как... А, подожди, то есть мне нужно... А как мне нужно? Мне надо что-то выложить, да? Что мне выложить? Давай пока вот так вот выложим. Может, вдруг дядя Громила прибежит? Мне кажется, надо, чтобы все-таки ресурсы присутствовали у меня. Вдруг придется быстро делать ноги-ноги. Но эти топоры жестко, конечно, ломаются. Я просто в шоке. Я реально не думал, что они такие... Они чисто на два удара. Два удара по ящику и нету топора. Тебе все разрушу. Будешь... Ой-ой-ой, все ремонтировать. Короче. Так, где тут еще? Я сейчас все, всю базу разнесу, ребята. Да, да, я за изолентой к тебе пришел.
Что, еще надо? Все разнесем, плохой. Он придет, чувак? Он просто будет в шоке. Он подумает, что за читер пришел к нему. Нет, ну это с глушителем, ребята. Я себя обеспечу таким оружием на все рейды. Так. Еще давай. Правда, дерево уходит. Ядрить, колотить. А что? Что я прорубил-то? Ну ладно, ничего страшного, что я прорубил. Все равно сейчас буду туда идти проверять, что он тут построил. Блин! Чувак, так жить нельзя. Так реально жить нельзя. По-любому, короче, это у него говно ящики. Вот еще какой-то ящик. Давай мы его разрушим. Где он пластины хранит свои? Чувак, где ты хранишь пластины? Спирт. Я не знаю, куда спирт. Если есть такая одежда, то спирт-то в принципе не нужен. То есть он бесполезный. Эти огрызки тащить не нужно. Все равно за медью там не хожу. Все равно медь у меня есть. Давай. Где ты пластины хранишь? Чувак, я найду. Я найду, где ты хранишь пластины. Так, что у нас еще не зарейшено тут? Вот это? Вот тут что-то, да? Ты тут что-то хранишь? А ну, давай, давай. Так, что у нас по камням? Ага, у нас еще есть топорик. Давай мы сюда зайдем. Чувак, будешь строить все. Ай, блин. Ты посмотри, а как же ж так-то? Блин. Ладно, камешки. Ну, я вам скажу, ресы жестко уходят. Да, какой донат? Вы что, хватит донатить сегодня? На сегодня донатов достаточно. Давай еще крафтим. Не спешить. Мне интересно, у кого-то был такой рейд? Не спеша разбабахать всю базу. Ух ты! Посмотрим, что ты тут спрятал. А ну показывай. Что такое? Теперь дерево? Слушайте, сколько я столько уже дерева бабахал? Ух ты! Ядрить! Я даже не знаю, что ценнее. Индейки или броня? Ребята, я не... Блин, это ж собак кормить этими... Ё-моё, а насколько их хватает-то? Никто не знает, насколько хватает этого всего? Ну ладно, мы что-то не спешим. О, у него даже топорики есть. Красавчик. Твоими же топорами я тебя и буду ломать. Короче, посмотрим, что у чувака на базе. Еда, хорошо, молодец. Запасливый ты парень. Так, тут у тебя были топорики, да? Давай мы вот так вот положим. Смотри. Запасливый, мне нравишься ты. Едой за... Тут... Что есть на вражеской базе? Ух ты! Ух ты, ух ты! Батарейки, фигня это все. Где он хранит металлические пластины? У такого топового игрока, если есть вот эти скары, шмары... Ну, скары... Короче, значит, должны быть и пластины. Куда ты все спрятал, дружище? Я же дойду! Дойду до... Твоих пластин, я их найду. Я найду, куда ты спрятал. А, вот, у тебя тут плавильно. Ага, вот где ты тут все плавишь. Давай покажи мне. Удиви воблера. Удиви подписчиков. Шатун. Сам ты шатун, блин. А нафиг мне твой шатун? Подожди, подожди. А дерево. Мне нужно дерево. Что все-таки... Дерево. Я надеюсь, что ты тут что-то спрятал прикольное. Чувак, я же... Мне же сколько раз не везло. Я же такой был вечно недоволен рейдами, чувак. Ну теперь я по полной на тебе отыграюсь. Конечно, я не смогу все захватить. Но я не знаю. Все равно я постараюсь сожрать как можно больше. Я буду обмазываться. Так, что нам нужно? Нам нужно сейчас крафтить. Топорик. Даже два. Два будет? Ага, коль у тебя есть такая топовая печка. Давай, оранжевый. Ой-ой-ой, хороший лут. Слушай, мне нравится. А он так-то неплохо все забронировал. То есть реально, если бы Громила не ушел, я бы фиг это все нашел. Даже звучит, если бы Громила не ушел, я бы фиг это все нашел. По-любому у тебя что-то в печке есть, чувак. Ну ты хороший, запасливый. Слушай, ты реально круче, чем я. У меня даже сколько нету всего.
сколько руды прям. А плавить кто будет? Покажи мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот не мог, блин, на пластины переплавить. А подожди, может у него в этих столах что-то есть? Что-то прикольное, а? Давай посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, какие у тебя крутые топоры. Так мне же уже ничего и не надо. Зачем мне вот это, если я могу ломать твоими топорами, друг ты мой? Дружок, ты будешь в шоке. Нельзя записки плохо что оставлять. Я бы оставил, тут был воблер. Я бы все тут оставил бы, типа, чувак, так жить нельзя. Надо добывать медь. Бла-бла-бла, покажи, что у тебя тут. Так, стопе, что у тебя? Ух ты, 16 пластин. Вот это, слушай, я знаю, что брать не нужно. Я знаю, что надо брать. Так, что у тебя тут? Бабах! Ого, это... Подожди, а... фигня. Я думал, что он в печку всего засунул. Ну что за читер-то? Оказывается... Фигня! А чё ж ты сюда-то... Ничего другого не положил? Ну, такое дело, дружище. Такое, конечно. Я думал, что ты крутой. Так, ну мы, походу, не все еще зарейдили. Я еще не все разрушил тут. Я иду, я сейчас на пролом пойду. Так, ящик пустой. Алюминий взять, конечно. Переплавлять надо. В принципе, тут 10 алюминия получается где-то, да? А вот я сейчас смотрю на эту белую краску, думаю, а надо она вообще мне или не надо? Фух-фух-фух. Ну, тут это получается один огнестрел. Фигня, эти талоны. Если бы хотя бы красные были, да? Ладно. Эту мы еще заберем. Ну что, мы что, уходим? Мы же еще не уходим, ребята. Мы же еще... На впролом иду. Так, так, так. Что ты тут спрятал? У тебя еще ящик есть? А, тут у тебя, значит, ткань. Ну, ты неплохо так все распределил, я тебе скажу. Ты молодчик-то. Красавелла. В какой-то степени, да? А что нам, кстати, там надо найти сеты? Угу, кожа. Ну, понятно. Только, если честно, ты чуть-чуть бедноват. В том плане, что... Бедный чувак. Ты бедный. Где у тебя все? Ну, подожди. А тут что ты... Что тут ты прячешь? Слушайте, я, если честно, за всю игру я еще сколько не разрушал. Мне кажется, это топ. Это топ-рейд. Что, все закончилось? Дружок, что, топоры все твои закончились? Я всю базу зарейдил. Подождите, вся база уже заряженная, что ли? Не, ну так неинтересно. А где же твои топорики? У него было много топоров. А, не все. Не все, чувак. Я еще не все тебе разрушил. Злой воблер. Ох, и злой воблер напишут. Ребята, напишите, что я злой воблер. Давайте посмотрим, что чувак вообще тут хранит. Вот интересно, что есть? Ага, транзисторы. Я даже не представляю, что после этого рейда мне придется отдать рейдерам почку, наверное. Мне придется реально что-то им отдать. Так. Ага, резиновый. Что я еще не зарейдил? Давайте посмотрим. А вот что-то черное. А, там, наверное, буферка. А ну давай заглянем. А, подожди, тут у него должен АТВ быть. АТВ, да? Или как? А, еще ящики. Вы что, издеваетесь? А что, бывает так много ящиков? И все покрашены, всем прям все такие. Камень в крашенных ящиках хранить? Ну ты, блин, мажор, чувак. Ты мажорище еще то. Ё-моё, слушайте, реально чувак круто играет. Сколько у него всего, сколько ресурсов. Все запасливо так. Все чутко расставил прям. Ну что, 5 баллов тебе, красавелла. Сказать ничего не могу. Молодец. Топорики, все нормально. Вот топорики, конечно, он зря тут держал, да? Давай. Ага, подожди, я медь вместо чего-то выложил. Ого-го, медь. Точнее, слитки. Неплохо, неплохо. Слиточки все у нас есть. Давай мы тут все ему разрушим. Что тут? Он придет, скажет, что за читер мне зарейдил? Я не читер, я просто воблер. Давай. Оба-на! Вот, вот что я искал! Вот что я искал! Фильтры! Ядрить, колотить! А фильтров-то у меня и нету. А это мне, по-моему, на турельку понадобится. Фильтры мне понадобятся, слушайте. Ну все, походу, я все
Уже все разрушил или не все? Я все ящики ему сломал. Да нет, это не прикольно. Тут тоже не прикольно. Нет, это все фигня. Так, где-то у него ящики есть еще не разрушенные. Подожди, вот тут вот что-то у него два не сломано, да? Так, у него еда еще где-то должна быть. Голова! Я себе голову возьму. Это что? Это же трофей. Нифига себе голова. Че он наверх ее не подцепил? Так, что я... Почему я с голоду сдыхаю? Ты пить хочешь, дружище? А где... Где у него тут... Подожди, у него где-то еда была. Пить. Ну, мы не будем еду всю прохавать. Мы же тоже хорошие люди. Зачем мы ему будем вот это все съедать? Ну, пусть чувак... Подожди, а мы можем вот эту голову забрать? А мы можем голову сломать? А, голова же не ломается. Ну да ладно, я бы даже вот это забрал. Я даже не знаю, что и брать. Ладно, берем самое топовое. Мясо. Мясо берем. Сходил за индейкой. Кому индейка нужна? Ребята, я знаю, что вам сейчас как бы покажется какой-то тупостью брать вместо брони индейку, но я хочу это сделать. Я хочу, вот просто манит меня вот так сделать. И там, по-моему, еще были какие-то пластины алюминиевые. Надо их тоже добрать. Так, где это у нас было? Я уже, если честно, подустал рейдить. Я еще так не уставал. Блин, пластина, ты одна. Одна единственная, уже переработанная, да? Где? Где алюминька? Я видел ее. Я где-то ее видел. Шатун. Так, она же была. Вот она. Вместо чего мы ее? Вместо штанов. Я не знаю, нафиг я сколько этого набрал. Но белую краску я все-таки возьму, потому что у меня белой краски там 3 штучки дома, и тут у него 3. Вот это видно, он не читер, то есть он реально где-то выбил. Кстати, мне в ВКонтакте присылал подписчик скриншот, где он зародил чувака и вынес белой краски, наверное, 150 штук. У него там стаков по 20, то ли много было стаков, не знаю, даже может больше. Я не помню, у него, короче, все было забито, надо посмотреть, где там что-то. Ну, как-то так. Вот это рейд, вот это понимаю, круто. Ну что ж, дорогие друзья, вы напишите в комментариях, что бы вы взяли с этого рейда. Я буду рад почитать, я буду рад посмотреть на то, что именно вам нужно. Но я решил для себя вот. Мне оружие, в принципе, для следующих рейдов нужно. Нужно. Вот это самое ценное, что можно здесь получить. Фильтр голова, это вообще трофей жесткий, его еще одного поставлю. Короче, все круто, все круто. Ну что, едем домой? Где тут, блин, выход? Извини меня, Илдодз, в принципе, я немного это у тебя и вынес, у тебя очень много было ресов, но даже хорошо, что мы можем выносить определенное количество ресов, а то бы я тебя всю базу вынес. Едем к рейдерам, посмотрим, что они возьмут, но мне кажется, их нужно чем-то таким крутым задобрять. И тут, ребята, финал. Самое интересное, что же отдать рейдерам такого, чтобы им подошло, а мне было это не сильно в напряг. Но здесь я сейчас решил отдать железная пластина. Их получается 80 штук. Да, нелегкая тема, потому что нужно сначала ресурсы нафармить, чтобы переплавить в металл. Потом металл переделать, потом там уголь. Короче, все это, но, в принципе, я могу сказать, что отделался малой кровью, как для меня. Конечно, для кого-то это 80 пластин не так уже легко добывается. Такой вот у нас был рейд, и если у вас были такие рейды, обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну а с вами был Воблер, оставайтесь на канале, вы у меня самые лучшие. Удачи и пока.